О добрых поступках не принято заявлять громко. Но когда дело во благо окружающих становится правилом жизни, не стоит скрываться в тени. Так молодых героев современности пригласили на первый в Омске студенческий фестиваль молодежных добровольческих инициатив. Более 500 волонтеров со всей Омской области собрались вместе в аграрном университете, чтобы поделиться планами, идеями и просто познакомиться с единомышленниками. Сегодня мы проводим первый фестиваль в день международных добровольческих инициатив в аграрном университете, потому что здесь, на сегодняшний день в Омской области это самый большой, самый активный коллектив добровольцев. Традиция продолжится, и мы будем проводить эти фестивали именно среди студенческой молодежи, потому что у них на сегодняшний день, наверное, развита больше всего активность именно в студенческом возрасте, когда себя нужно реализовать. У первого в истории Омска добровольческого фестиваля впереди большое будущее. В этом не сомневается и вице-губернатор Вячеслав Синюгин, который на открытии от имени правительства Омской области поблагодарил студентов за неравнодушие. Коллективы добровольцев и руководители организаций получили награды за активное сотрудничество и продвижение важных ценностей в Омской области. Мой проект направлен на восстановление и реконструкцию памятников Великой Отечественной войны. Очень приятно. Нас видят наши проекты, и, возможно, лучше понравившиеся проекты будут реализовывать. Но это очень здорово. Здоровый образ жизни, забота об окружающей среде, изостросоциального, помощь украинским переселенцам. Все это лишь не полный список направлений, над которыми работают добровольцы. Мы занимаемся и геронтологией, и отдельно детским направлением, и порталом здоровья, который занимается профилактикой здорового образа жизни, то есть различными направлениями, такие как экология, этика. То есть мы выполняем просветительскую деятельность для того, чтобы люди следовали правилам здорового образа жизни, занимались спортом. Также решено выбрать 10 губернаторских добровольческих инициатив, которые станут приоритетами масштабного молодежного движения. Несколько бесспорных ориентиров – подготовка к юбилею Омска и 70-летию Победы. Об этом волонтеры поговорили и на дискуссионных площадках, на которых обсудили вопросы добровольчества как одного из ресурсов развития региона. Следующий фестиваль пройдет в Омском политехе в 2015 году. А закрытие нынешней встречи прошло по-волонтерски весело и активно. Участники провели танцевальный флешмоб у студенческого дворца культуры УМГАУ.